физическая форма организации материи и механическая форма организации материи. Ну, а что такое материя? Некоторые люди хотят определить материю через что-то очень сложное. Но простое через сложное определить нельзя. Потому что материя – это самое общее понятие философии материалистической. И если говорить об определении материи, оно сводится к очень короткой фразе. Материя – то единое, что есть. Вот и все. Поэтому иногда вместо слова «материя» употребляют «бытие». Например, основной вопрос философии формулируется так, что первично, что вторично – бытие или сознание. Вот. Некоторые товарищи не различают определение материи и высказывание о материи. Например, роза есть растение. Это определение розы? Нет. Правда? Вот, например, выхватывают из книги Ленина «Материализм и эмпирикритицизм» такое его высказывание, что объективная материя – это объективная реальность, данная нам в ощущениях, которую мы можем копировать с помощью сознания своего, фотографировать, отражать и так далее. Значит, если это считать определением, значит, для того, чтобы знать, что такое материя, надо, во-первых, знать, кто такие мы, которая дана нам в ощущениях, так? То есть без нас ее определить уже нельзя. И это тогда получается такое субъективное такое представление о материи. Нам в ощущениях надо знать, что такое ощущение. Что проще, материя или ощущение? Была материя без всяких ощущений, потому что не все... человек возник на известном этапе развития материи, и вообще животный мир, поэтому ощущения были у живых существ. А живые существа, пока мы не открыли нигде в мире живых существ, кроме как на Земле, а на Земле они не вечно были. И это установлено твердо. Поэтому такого рода определение, оно не отвечает требованию, которое определяется к определениям. Оно должно быть, если это общее понятие, простым. Например, вот если захотим мы определить собственность. Собственность. Не частную собственность, не общественную, не вашу собственность, не мою, не средневековую, не собственность в древнем мире, не собственность на раба, не собственность на землю, не собственность на Луне, не собственность в Антарктиде, а собственность как таковую. Ясное дело, что мы не должны чего-то много наговорить. Если очень много наговорим, это точно не определение собственности, потому что дальше идет применение этого определения собственности. Потому что если мы хотим знать, что такое красное яблоко, надо знать, что такое яблоко. Еще неплохо бы знать, что такое красное, и дальше мы уже додумаемся сами до того, что такое красное яблоко. Вот. Поэтому одно дело определение, а другое дело потом развертывание этого определения. Вот от него мы можем ожидать, что оно развертывается вместе со своим содержанием все более и более полно. То есть, если мы хотим понять материю и все более и более в нее углубиться, мы это делаем по мере развертывания этого понятия и применения его к различным формам. Соответственно, с этим мы различаем и формы организации материи. Например, самая простая форма – механическая. Вот вы на меня смотрите, да? А я вот не механическая форма организации материи, но во мне есть что-то механическое. Если представьте себе, что вы сейчас просматриваете меня на рентгене, что вы увидите? Череп и скелет. И видно, что вот так вот у скелета руки, так сказать, двигаются. Они так при случае, я не знаю, у вас видели вы в школах, у нас в школе стоял скелет, откроешь шкаф, а там скелет. И вот так у него, значит, он и так может покачиваться, толкнешь и руками. Некоторые деятели с таким пониманием, того, что такое механическая форма материи, думают, что они говорят что-то умное, говорят, что нам нужно сделать механизм развития нашей экономики. Механизм. Как будто бы экономику можно механически развивать, то есть не
не проводя через сознание. Вы, вот, например, часовые механизмы. Видели какой-нибудь механизм с головой? Не видели? Поэтому управление, когда хотят построить механизм управления чем-нибудь, механизм, то есть хотят что-то безголовое, чтобы управляло чем-то сложным. И надо сказать, что если мы возьмем историю разрушения социализма в СССР, то вот от такой формулы, что надо совершенствовать государственное, плановое, централизованное управление социалистической экономикой, которое продержалось до 1971 года. Уже в 1974 году усилиями Абалкина, доктора экономических наук, который был дружком чехословацкого ревизиониста и ренегата Оташика, директора Чехословацкой Института экономики Чехословацкой академии наук и члена ЦК КПЧ, вот усилиями этого Абалкина, который у нас был советником правительства, у нас появилась другая формула – совершенствовать хозяйственный механизм. Ну, то есть совершенствовать то, в куда мысль, так сказать, не проходит, не попадает. И вот это вот хозяйство без мысли, оно продолжает у нас действовать до сих пор. Потому что если бы оно было с мыслями, это хозяйствование, то, наверное, бы поняли, что если, скажем, в Соединенных Штатах Америки стимулируют кредитование промышленности, производства, да? Как стимулируют? Очень просто. Ставка ключевая процента, ниже процента в Соединенных Штатах Америки – 0,75. Это значит, что вот коммерческие банки под 0,75 берут, немножко накидывают и, примерно исходя из этой нормы, и, следовательно, дешевый кредит. Ну, 2-2,5% нужно отдать от полученной суммы. А у нас сколько сейчас? Вы следите за нашим? Это вот уже непосредственно получают те, кто пошли за кредитом. А ключевая ставка Центробанка сейчас 9,75 под нажимом со всех сторон и со стороны, так сказать, одних сил, и других сил, и третьих сил, куда можно добавить и включить. Это и Союз промышленников-предпринимателей, и это, ну, так сказать, промышленники как таковые, это и многие экономисты, и здесь присутствующие в том числе, и, ну, все те, кто мало-мальски сталкивается с каким-нибудь хозяйством, все говорят, что невозможно получать какие бы то ни было кредиты, если у вас ставка кредита около 10, вы добавляете от коммерческого, в коммерческие банки добавляете себе 7%, получается 17%. А то и больше. 17, 20, 22. И под эти кредиты какие можно, кто может взять? Ну, тот, кто хочет красиво умереть. Взять кредиты и обанкротиться. Вот, допустим, сколько здесь сидит? Ну, 20 человек есть по 1000 рублей. Знаете, я выйду на 15 минут, приду сюда с грустным лицом и скажу: товарищи дорогие, я обанкротился. Это что значит? Отдавать не буду. Так? Если я обанкротился. Это индульгенция для тех, кто не отдает долги. Ну и второй вариант. Получить кредиты и уехать за границу. Первый вариант, например, использовал гражданин Кехман. Вам известен такой? Неизвестен. Это художественный руководитель нашего Михайловского театра. А ранее «Банановый король». Вот он, значит, занимался торговлей бананами. Под это дело он получил большой кредит, 4 миллиарда у Сбербанка, и не отдал его, и не отдает. 4 миллиарда. Ну, это не мелкий какой-нибудь кредит, а серьезный. Ну, его начали тут так или сяк прижимать, все, и с этим, дескать, давай, отдавай, деньги-то немалые. Он говорит: да я же вот художественный руководитель. Он даже и Новосибирского театра одновременно художественный руководитель. Как бы человек культуры высокой, а вы тут с такими мелочами, как 4 миллиарда. Ну, что вы вот в самом деле пристаете к человеку? Короче говоря, поехал он в английский суд, и в английском суде решил вопрос о том, чтобы его признали банкротом. Это что значит? Что он не будет отдавать Сбербанку 4 миллиарда. Но наши люди сказали: нам британский суд не указ. Тогда он пошел в наш суд. Я уж не знаю, с чем он пошел, с каким мешком,
и с мешком ли, не знаю. Ну, вот как-то так получилось, так сумел он чем-то обворожить этот суд. И суд принял решение признать его банкротом. Это что значит? Вот все, 4 миллиарда, дескать, владейте, вот и отдавать не надо. Если вы едете на трамваях, то там вы можете видеть, например, такие объявления, что вот за 60 тысяч юристы вам оформят банкротство. Так что вы сейчас ходите по факультету, собирайте деньги, а потом к юристам. И главное сделать грустное лицо, когда у вас будут набиты карманы деньгами, суметь сделать грустное лицо. А иначе вам не выиграть суд о банкротстве. То есть вот это же самое, остатки этого механизма. То есть вместо того, чтобы установить, подумав, какая должна быть ставка, в Швейцарии, например, отрицательная. Вы взяли миллион швейцарских франков, а отдавать будете 950 тысяч. А в чем выгода тех, кто дает? А в том, что государство же дает. Государство дает, значит, он бы построили предприятие, предприятие стало выпускать продукцию, стало платить налоги в большом объеме, и вы покрыли эту сумму с лихвой. Но покрыли вы за счет развития производства, а не за счет того, что вы установили бешеную какую-то ставку кредита. Вот это вроде бы понятно. Второе, понятно, если человек не зациклен на механизме, что механизм сам должен решать. А мы видели, как рыночный механизм порешил наше предприятие в большом количестве. Вот был завод Свердлова, выпускал станки на экспорт. Где он? На Свердловской набережной. Нету. А есть был завод Ильич в Выборгском районе. Недавно я там был, на Белостровской улице. На том здании, где помещался завод, смотрю, золотыми буквами, вот такими написано, Ильич. Вот думаю, неужели завод восстановили? Не, это бизнес-центр, Ильич называется. Ну, Ленин же деловой был человек. Вот Ильич называется. Рыночный механизм. В Москве был ЗИЛ. Краса и гордость России, да, и Советского Союза. 120 тысяч человек на нем изначально работало. Вся страна была наполнена этими грузовиками ЗИЛ. Где ЗИЛ? Есть территория ЗИЛа. Там распилили цех. Цех распилили. Роботов, которые собирали эти машины. И разрезали могучий пресс, который сразу делал эту основу, станину, для того, чтобы ставить на нее автомобиль. Чтобы, не дай бог, не возвратили, не вернули, не стали производить. Сейчас там что делают? Дома и продавать будут. И все дела. Хотя в Москве стоят незагруженные эти самые дома. Много квартир не продано, потому что никто не считается с количеством людей. Все считают, что давайте, говорит, мы сначала построим, потом установим цену, потом продадим эти квартиры. А кто-нибудь купит? Покупать-то можно, ведь любой может приехать. У нас прописки нету, избавились механически от нее, раз и нету. Не думая о том, сколько будет людей, нужны ли нам города, в которых там по 11 миллионов человек. И что хорошего в этом? В том, что люди до центра добираются полтора часа. Я однажды ехал из Тулы в Думу. До Москвы полтора часа из Тулы и полтора часа до Думы по Москве на машине. А сейчас расширили же, 2/3 еще приписали к Москве. Очень просто. Кто москвичи на 20% больше получают. Вот таким механизмом как бы всех утихомирили, и никто и не выступал. Зарплату будете получать больше, и все. Механически решили вопрос о расширении Москвы. Так есть предложение Москву вообще сделать всю страну, Московию. И всем повысить зарплату на 20%. Вот у нас был Рюмин такой, кандидат философских наук, доцент. Он предлагал сделать столицу, перемещать ее. Вот у нас уже перемещение было столицы, да, из Санкт-Петербурга, из Петрограда в Москву. Оставили здесь всех петроградских бюрократов и уехали наращивать туда, в Москву.
А вот он предложил вот Магадан, например, столицу перенести. Во-первых, поедят там люди. Вот. И здесь как-то меньше рваться будут в центр. Ну, а у нас городов ведь много в России. Вот Нижний Новгород, например, там Кремль никто никогда не брал. В Москву же хан Тахтамыш заходил. Вот, Кремль взял. А вот Нижний Новгород не взяли, туда столицу. Потом у нас есть Екатеринбург. Почему вы вот в самом центре? Это вот центр России, да? Мы же евразийское государство. О, в Екатеринбурге. Переименовать его в Свердловск и сделать столицей. Свердловская область уже Свердловская, а город Екатеринбург. Как у нас? Вот область у нас Ленинградская, а город Санкт-Петербург. Такое бывает. Потому что уперлись областные власти, сказали, не будем мы переименовываться. Хватит этих переименований механических. Давайте что-нибудь хорошее сделаем. Ну, хорошее сделать трудно, а переименовать легко. Если у нас Санкт-Петербург, у нас кто должен быть глава города? Нет. Нет. Что, бург не знаете, кто? Если бург, бургомистр. Уж давайте тогда переименовывать, так надо же тогда с умом, а не механически. Какой мэр? Какой? Мэр Москвы, это смешно? Москва. Старинный русский город, Москва, там мэр. Это не смешно? Мэр. А пэр где будет? Какой? В каком городе? А у нас еще есть и... Как же они называются-то? Как бы нанятые градоначальники. Но не по-русски называешь. Вот. Много чего есть. Короче говоря, если мы будем следовать этому низшему уровню, когда все делается механически, не проходя через голову, то вместо созидания будет проходить разрушение. А если мы будем двигаться дальше, мы будем переходить к более высоким формам. Следующая форма – это физическая. Значит, не только надо брать движение каких-то тел, но движение не только крупных тел, как в небесной механике, а любых тел, в том числе и самых мельчайших тел, чем занимается физика, в том числе атомная физика и физика элементарных частиц. Да? А кроме того, значит, физики узрели, что вакуум, если он не наполнен частицами, то уж полями-то точно наполнен. Поле тяготения везде есть, электромагнитные поля везде есть. Свет – это тоже электромагнитное поле, и ионы частицы, и волна. Вот, короче говоря, физика изучает гораздо более глубоко это все движение, но изучает его на разных уровнях. Следующая форма и уровень организации материи – это химическая форма организации материи. Это уровень молекул. Берем один яд – хлор, берем металл мягкий, который можно резать ножом, натрий называется, хорошо на воздухе сам загорается. Так, в воду бросишь, будет натрий OH, щелочь. Вот берем эти два, смешиваем и посыпаем, после этого картошечку едим или лучок. Натрий с хлором. Любите с хлором лучок? С натрием и с хлором. И получаем новые свойства, то есть те, которые отсутствуют у атомов. Поэтому вот уровень организации другой, молекулярный уровень. И молекулы могут быть такие, как вот у всяких неживых минералов, а могут быть молекулы, приближенные к органическим, к биологическим объектам, к биологическим структурам. Это уже органическая химия. Отсюда всякого рода пластмасса. Это тоже как бы природа. Но это уже природа, которую человек над ней поработал и создал. Сложные эти структуры. А следующая форма, после высшей химической формы, биологическая форма. А если биологическая форма более высокая, чем химическая, то химические процессы туда включаются? Включаются. Кто не завтракал сегодня, поднимите руку. Никого нет. Один, да? Два. Вот эти два, у них химический процесс идет ненормальный сейчас. А у всех остальных у нас нормальный. В желудке идет, да, процесс. Что то, что мы съели, то подвергается химической реакции. Все знают, что желудочный сок, он близок к соляной кислоте. Ну, конечно, не очень концентрированный. Верно? Разные ферменты. И дальше идет, так сказать, движение, идет эта вся реакция, пока
значит, не поступят полезные вещества в организм. А дальше идет в клетках синтез. Правильно? А синтез идет во всем живом. А живое – это что? Жизнь – это способ существования белковых тел. Поэтому белки обладают таким свойством, что они сами регулируют обмен веществ между собой и другими элементами. И поэтому вот эти вот, так сказать, белковые элементы, они обладают свойством, так сказать, себя поддерживать, сохранять, и обеспечивая управление, регулирование вот этого самого обмена веществ. Есть такие биологические организмы, которые вырабатывают другие белки из воды, из минеральных веществ под воздействием солнечного света. Как они называются? Растения. Вот видите, у нас один человек знает, что такое растение. Вы сохранили честь, можно сказать, курса. Растения. А есть такие, вот как мы тут здесь сидящие, которые никаких белков, сколько на них ни свети, и сколько им воды не давай, и сколько не давай минеральных веществ самых разных, и фосфор можно давать, и селитру. Так? И такие удобрения, и всякие удобрения. Никак мы не сможем из них синтезировать белок. А какая-нибудь береза сможет, пшеница сможет, кукуруза сможет и так далее. Есть одно растение, которое вроде нас ничего не может синтезировать, может только перерабатывать одни в белки в другие. Бесхлорофилловое растение, как называется? Грибы это называется. Грибы. Где выращивают шампиньоны? А в подвале где-нибудь. Где света нет, электричество тратить не надо. Туда там положить то, на чем грибница может развиваться. Солому и что-то подобное. Какие-то такие остатки органических веществ. Будет там грибница развиваться, и после этого в нужный момент охладить. Выскочат грибы, шампиньоны. Их в ларьки и продавать. А мы их дальше будем перерабатывать, когда поджарим или сделаем из них грибной суп. Ну, а значит, вот в биологических существах механическое движение есть? Есть. Правда? Может там кошка лапой может двигать? Может. Это механическое движение. А физические процессы идут? Идут. Мы знаем, что энцефалограмму уберут. То есть в мозгу даже есть электрические сигналы. Да? Дальше. Или химические процессы идут? Идут. Поэтому, когда мы смотрим на более высокие формы развития материи, нам вспоминается матрешка такая. Вот если вы матрешку возьмете, то есть большая матрешка, а ее откроешь, а там поменьше матрешка, а еще поменьше. Откроешь, и самая маленькая наконец. Вот механическая самая маленькая, а дальше все. Мы еще не добрались на самой большой матрешке. Большая матрешка – это высшая общественная форма движения материи. Куда попадают? Это не все биологические существа, а только те, которые обладают свойством отражать себя и весь мир, то есть обладающие сознанием. Высшая общественная форма существования материи. Вот мы как-то с профессором Казеновым пошли на съезд Петровской академии наук и искусств на Крестовском острове. Дошли до гостиницы, где он проводился, а там в фойе продавали такую матрешку. Путин. Открываешь. Ельцин. Открываешь. Горбачев. Открываешь. Хрущев. Открываешь. Сталин. Открываешь. Маленький такой Ленин. Вот такая матрешка. Ну вот если мы хотим запомнить формы организации материи, мы должны понимать, что они не так находится, что они внешним образом друг с другом сочетаются. Если вы возьмете высшую форму организации материи, то в этом едином флаконе есть все формы организации материи. Все. Можно только их смотреть. Хотите, пошлют вас на энцефалограмму, тогда будет это физика. Вот. На кардиограмму там будет, механика будет, как ваше бьется сердце. Правильно?
Молоточком могут по коленке постучать. Анализ заставить сдавать. Это чистая химия. Химия, в том числе и анализ крови. Тоже там химический может быть анализ. Короче говоря, все формы организации материи присутствуют в человеке, который есть... Кто он такой? Кто такой? Как? Кто скажет, кто такой человек? Как он определяется? Социальное существо. Как муравьи, да? То есть мы, муравьи – это тоже люди, только маленькие такие. И у них домики такие вот. Такие вот. А пчелы не социальные существа, по-вашему? Они не обладают сознанием. А вы про сознание молчали. Только сейчас вы, как только я вам начал спорить, вы сразу вытащили коренной такой аргумент. Так значит, это не просто социальные вещества, не просто такие, которые коллективисты, а еще и обладающие сознанием. А сознание что есть, а ничего не делают, да? Сидят и смотрят. У них есть. Не то вы пишете. А сами ничего не делают и молчат. Или они что-то делают, эти существа, которые люди? Постоянно что-то делают. Что-то делают, да? Вредят, наверное, друг другу. Сейчас я вам буду вредить, потом вы мне будете вредить. Что делают эти люди? Осознают себя. А, себя осознают. Вот я сижу и осознаю себя. А вы посмотрите, как я буду осознавать себя. И так полтора часа. Так, ну, можно я скажу, что такое люди? Все-таки хотелось бы узнать, да, как долго нельзя оставаться в таком неведении. Значит, человек – это существо общественное, это вы сказали, это самое главное. Он вообще мог сказать, я главное сказал, а дальше мелочь всякую, это пусть преподаватели уже отвечают. Так, это существо общественное, трудящееся. Это вам никак в голову не приходило. Видимо, не приходилось вам трудиться никогда. Или приходилось с легкостью трудились. Может, у вас здорово все получается. Трудящиеся – это для вас труд в радость. Ну, вы себе запишите «радостное». Трудящиеся. Ну, а в труде нельзя же без взаимодействия, без контактов. Говорящие. Ну, и поэтому и разумные. А оно у вас сразу разумное. Даже не поговорило ни с кем. А разумное – это такое существо, которое может мысли передать другому существу. А чтобы передать их, вот Гегель говорил так, понять, значит, выразить в понятиях. Если вы в словах не можете выразить, а только смотрите, как собака, преданно. И непонятно, то ли она хочет у тебя мясо попросить, то ли ногу откусить. Непонятно. А вот выразишь, когда в понятиях, тогда понятно. Понять, значит, выразить в понятиях. Ну вот, это только формы организации материи и уровни ее организации. Ну, а материя, как мы сказали в самом начале, это то единое, что есть. И вот материи, которая была бы без движения, не бывает. Я думаю, что вы охотно в это поверите, потому что нет, никто не сможет найти ни один пример того, чтобы относилось к материи и находилось бы в абсолютном покое. Покой – понятие сугубо относительное. Сугубо относительное. Вот сейчас никто из нас в покое не находится. Во-первых, вот я заметил, вы моргнули. Это еще моргающий. Человек – это животное моргающее. Вот. Но это не обязательно вставлять в определение, но это от меня не укрылось. Вот. Хоть вы и закрыли глазами, все равно видно, моргать. А это движение. Во-вторых, сердце у вас работает. Это вот опять движение механическое. Во-вторых, у вас кровь двигается. По всему организму приносит питательные вещества, клеткам и забирает всякие продукты разложения. Так? И вообще вы улыбаетесь, и опять движение. Но это механическое. Но оно связано с сознанием. Вот. Так что это не просто механическое, оно органическое, управляется и сознательно. Сознательно улыбаетесь или бессознательно? Но те, которые бессознательно улыбаются, это дурачки. А те, которые сознательно улыбаются, это умные люди. Вот. Будет разница есть. Короче говоря, все мы тут наблюдаем, если речь идет о движении материи. А, ну, при этом вы, наверное, понимаете, что мы вращаемся вокруг земной оси вместе с Землей. И вращаемся мы за сутки. Мы вот если тут будем сидеть, давайте как-нибудь не будем расходиться. Я буду в сутки вам обязуюсь читать лекции, а вы обязуетесь в сутки слушать. И мы как раз один оборот сделаем вокруг оси и попадем в книгу Гиннесса. Все. Так что, если за вами организация, как вы подготовлены будете, давайте. А с собой возьмем напитки и будем тут время от времени попивать и дальше слушать. И за 24 часа мы совершим полный круг.
Но мы и сейчас даже без этого эксперимента все равно двигаемся вокруг гимназии. А заодно и вокруг Солнца. У вас голова еще не заболела? Нет? А все кружит, уже так это, и Земля кружится, и вокруг Солнца она идет. А Солнце-то она тоже идет, двигается вся Вселенная. Это ужас! Куда мы попали? И деваться некуда. Нету такого уголка на Земле, где был бы покой. Да? Нет покоя. А Гегель со своей теорией, он вообще сформулировал так: покой – это постоянное, равное самому себе беспокойство. То есть вы все время обеспокоены, и поскольку вы все время обеспокоены, к этому привыкли, это у вас нормальное, спокойное состояние. Ну, как бы, и вся-то наша жизнь есть борьба. Но поскольку это вся ваша жизнь – борьба, то вы все время в борьбе и спокойны поэтому. Чего вам беспокоиться? И завтра будет борьба, и вчера была борьба. Ну, сегодня поражение, завтра победы. Два поражения, три победы. По-разному бывает в жизни. Во всяком случае, вся-то наша жизнь есть борьба. И вот человек, если к такой жизни не приспособлен, он тогда начинает из жизни вообще выпадать. Затопчут его, потому что он, так сказать, не понимает, что такое спокойствие. Действительное беспокойствие – только постоянное, равное самому себе беспокойство. А понятие покоя – это сугубо относительное понятие. Что-то, раз уж мы вместе крутимся с вами, вот мы с вами в покое. По отношению к стульям, они вместе с нами вращаются. Вместе с вращением Земли и вместе с движением Земли вокруг Солнца. Все находится в движении. Поэтому определить движение вообще трудно. Как можно его определить, что проще его нету? Нету проще категории. Как проще материи нету, так это одинаковый уровень сложности, лучше сказать, одинакового уровня простоты категории. Это настолько абстрактные понятия общие, что они относятся ко всему. Все находится в движении. Нет ничего, что было бы вне движения. Поэтому понять их можно тогда, когда мы начинаем формы движения раскручивать, конкретизировать, и тогда мы начинаем понимать, что есть движение вообще, обратным ходом. То есть для того, чтобы понять начало, нам нужно пройти вперед. Чтобы понять движение, нужно продвинуться в понимании движения вперед. И вот тема, которую я объявил сегодня, становление, это и есть первая тема, которая берет простейшую форму движения и позволяет понять, соответственно, что такое движение. Но не полно. Когда мы перейдем к изменениям, это будет более полное. Перейдем потом к развитию, еще более полное понимание движения. Давайте начнем с простого, с становления. Ну а для того, чтобы мы не просто постулировали, потому что сейчас никто никому не верит, и я думаю, что мне вы не обязаны верить, более того, я сам везде разъясняю, что вот у Ленина написано: тот, кто в экономике или в политике верит на слово, тот круглый дурак. Я когда прочитал, мне это не понравилось. Как думал, как надо верить же людям? Читаю дальше, написано: кто в экономике или в политике верит на слово, тот круглый идиот. Ну, я уже обижаться тут не стал, но запомнил это. Наша жизнь это полностью подтверждает. Скольких обманывают в наше время? Постоянно. Вспомните МММ, вспомните «Пластилину», «Хопер Инвест». И сколько было таких компаний, которые пообманывали, деньги собрали и убежали. Вспомните, сколько этих обманутых дольщиков, которым пообещали, у вас будет квартира. Давайте 7 миллионов, отлично будет у вас квартира. Он вот жадно не дал только 3 миллиона. Ему будет меньше квартира, вам будет большая. Он собрал все деньги, Полонский, в Москве, со своим дружком, который прикинулся строителем, а он прикинулся собирателем денег, как бы банкиром, и уехал в Камбоджу. Уехал в Камбоджу с этими 7 миллиардами. Ваши квартиры плакали, и ваши тоже плакали, и все ваши тоже плакали. И вот он приехал туда. А он такой наглый тип этот, Полонский. Он однажды в «Коммерсанте» написал: тот, кто не имеет миллиарда рублей, пошел ты в жопу. Это не я, говорю, я цитирую. Это во-первых. Во-вторых, у нас нет сейчас ненормативной лексики. Вот этот гражданин забрал 7 миллиардов у москвичей, грамотных, культурных, и уехал в Камбоджу. А в Камбодже тоже такие хорошие ребята. Они говорят: так, вы даете 1,5 миллиона долларов,
и мы вас спасаем от российского правосудия. Становитесь вы гражданином Камбоджи благородным, и все будет хорошо. Он, ему это не понравилось. Он начал там бузить, прямо на катере, хулиганить. Ему, его повязали там, несмотря на его миллиарды, а может и потому что миллиарды. Значит, уже на законном основании отобрали у него эти миллиарды, поскольку он бузит и хулиганит, и отдали в руки российского правосудия. Теперь его ждет тюрьма. А все дольщики ждут денег. Ну, зря ждут, потому что никто из Камбоджи никаких денег уже не отдаст, как вы понимаете. Все. Точно так же, как, вот, скажем, есть банкир один известный, все про него писали, который собрал 200 миллиардов. Ну, как бы вы сдаете в банк, на всякий случай, черный. Вдруг пирожок надо будет купить, и вы пирожок, чтобы его не съесть, эти деньги, вы туда перед экзаменом снимете со счета и покушаете, и сдадите экзамен. И потом уже рухнете. Вот. А он раз собрал 200 миллиардов и уехал в другую страну. А сначала по сетям банковским переправил эти денежки за границу. Так наш любимый Центробанк так все организовал, что запросто можно отсюда угнать миллиарды долларов, не разобравшись, откуда они взялись. И что? Итогом? Ничего, он уехал, сел туда на самолет и улетел. Визу тоже нетрудно получить. Идите вон в консульство Финляндии или там в любую турфирму, и вам сделают визу за малую сумму денег. Шенгенскую. Можете ехать в любую шенгенскую страну вместе со своими долларами. Ну, доллары-то перешлите заранее туда. Можете с собой чемоданчик взять на миллион долларов. У нас нет ограничений сейчас, так организована наша система механически, что если вы везете, не надо ничего обдумывать. Просто вот если вы декларацию не напишете, вас остановят и не пропустят. А если напишете, везу с собой там, в Норвегию, в Испанию, в Исландию, куда? Куда хотите, миллион долларов. Или валюту в эквиваленте равно миллион долларов, можете ехать. И вот таможенник, который написал статью в российской газете, говорит, за прошлый год 5 таких чемоданов уехало из России по миллиону, и 2 приехало. А 2 приехало, наверное, будет использоваться это все в выборную кампанию очень хорошо. Это же наличные деньги, они не учтены. И вот таможенник размышляет. Вообще, это не очень, конечно, здорово, что даже мы не спрашиваем, куда. Вот, но декларацию обязательно напишите. Потому что если декларацию не напишите, не пропустят. Ни за что. Как не просите? А декларацию напустят? Все, идите. И вот теперь надо, как считает таможенник, спрашивать надо. Вот спросите меня, откуда у меня миллион долларов? Я иду с чемоданом. Спросите. Откуда у вас миллион долларов? Бабушка подарила. Все. Пошел дальше, и все дела. Красота. Ну, если откуда-то убыло, значит, куда-то прибыло. И наоборот, если куда-то прибыло, вот если механический такой взгляд, процесс такой, механический же у нас больше идет, у нас же сознательного управления почти нет экономикой. У нас все механически делается. А вот у нас, например, в прошлом году появилось на 10% больше долларовых миллионеров, чем год назад. Вы рады? 10% стало больше долларовых миллионеров. А что в этом было плохого? Ничего плохого. Особенно для миллионеров очень хорошо, я считаю. Для этих очень хорошо. Ну, а для... Вот если бы мы с вами были доллары и 2 миллионера, мы бы сейчас товарищи посадили на корабль, и наша лекция была бы на корабле, и кофе с коньячком у нас было бы. Правильно? Или вы пожадничали? Я бы не пожадничал. Но, я смотрю, у вас нету этого миллиона. Явно нету. А у меня есть, не скажу. Так разве я сказал, что плохого что-нибудь? Я сказал, хорошо. Хорошо, очень хорошо. Очень хорошо, потому что в этой Европе, которая пытается против нас санкции делать, у нее снижение числа долларов миллионеров на 4%. Пусть плачут, Европа пусть плачет. А мы радуемся. Особенно радуются те люди, у которых меньше прожиточного минимума доход. Вот они особенно радуются. И тоже они сидят на заваленке, все равно им делать нечего, есть им нечего, поэтому они обсуждают, как хорошо, что у нас есть долларовые миллионеры. Они к вам полностью присоединяются. Им очень это нравится.
А вот во всем мире ситуация плохая. Всего на 3% повысилось количество долларов-миллионеров. То есть мы сделали их всех в 3 раза больше у нас долларов-миллионеров. Темпы роста в 3 раза выше. Чувствуете, нет? Вот люди хотят добиться темпов роста экономики. Зачем всей этой экономики? Всей этой экономики зачем? Вот надо для кого. Вот мы бы с вами были долларовыми миллионерами, наше бы в 3 раза выросло достояние. Вот это и хорошо. Тем более ничего в этом плохого нет. Да? Так и хорошо. Вот. А эти пусть смотрят на нас. Это если они, у них нет миллионеров. Лохи, неудачники, не успели, неуспешные. А мы успешные, мы успели. Как раз пирог был народно-хозяйственный. Его раз и распилили с вами. Они вот сидели, думают, пилить, не пилить. А уже все. Уже все. Опоздали. И дальше, а еще выше темпы роста миллиардеров долларовых у нас в России. 11% за прошлый год. Вот, я смотрю, вы довольны этим. Гордиться можем же мы все-таки так? Мы можем вырастить с такой скоростью миллиардеров. У нас как бы инкубатор по выращиванию миллиардеров. Во всем мире такого инкубатора нет. Но мы где-то должны быть на первом месте. Вот на первом месте мы вот здесь находимся. Другое дело, что с темпами роста нашей экономики они на нуле. Некоторые говорят на минус 0,2, другие говорят плюс 0,8%. В общем, это где-то болтается около постоянной величины, нулевой. Но вот тот институт, который это делал Академия народного хозяйства, считала, и государственная служба при президенте РФ, она посчитала, а как вот другой край, ну, откуда черпаются эти, раз нет роста экономики, значит, черпать эти миллиарды и миллионы можно откуда? Только из доходов тех, которые ниже уровня. Правильно? Я правильно рассуждаю? Если где-то прибыло, значит, откуда-то убыло. Если количество не увеличивается производимого продукта, значит, надо у вас забрать, чтобы я разбогател. И это мне нравится. Вы спросите, что плохого? Хорошо, если у меня идет рост, а у вас падение. А как же, например, собственный бизнес? Что? Собственный бизнес. Значит, вот у вас собственный бизнес, у вас собственный бизнес, у меня собственный бизнес. Я богатею, а вы беднеете. Так у нас и происходит. Вы что, не знаете, сколько людей, которые имеют собственный бизнес, их используют, а они разоряются и падают в ряды рабочего класса. С собственным бизнесом. Что такое собственный бизнес? У вас компьютер есть? Есть? Что еще есть? Телефон есть? Есть. Вот пишите протокол, что вы создали ООО «Синяя рубашка». Вот один только участник, вы генеральный, вы бухгалтер, и вас 3 дня обязаны зарегистрировать. Но потом, я вас предупреждаю, вы будете ходить каждый квартал отчитываться, замучаетесь, а дохода у вас нет никакого, потому что мы вам ни копейки не подадим. Где вы деньги-то возьмете? Зарегистрировать, стать собственником ничего не стоит. Вот. Более того, права у вас безграничные. Общество с ограниченной ответственностью означает, что ответственность в пределах уставного капитала. Уставной капитал 10 тысяч, пишите. Ничего, денег не надо для этого. Вот просто вы вот то, что я перечислил, запишите в свой уставной капитал и оцените в 10 тысяч. Все. И действуйте. А потом можете нанимать кого хотите, только к вам никто не пойдет. У вас никакой мысли нет, идеи нет, чего будете делать. Поэтому стать этим самым собственником ничего не стоит, а потом другие будут на вас наживаться. Я одно время был 2 ООО руководителем. ООО «Творческий центр Победы» и ООО «Редакция газеты «Народная правда». А я и сейчас руководитель еще одного юридического лица, фонд рабочей академии, фонд содействия обучению рабочих. Мучаюсь всякий раз с этой бухгалтерией. Мы им нули все время пишем, а они говорят, почему вы поздно прислали свой ноль. Надо раньше, и штраф вам будет 100 рублей. А если штраф 100 рублей, то за движение счета Банк России, где Владимир Владимирович держит свои деньги, снимает с нас сразу 4 тысячи. И если нас оштрафуют на 100 рублей, значит, мы потеряем 100 рублей, 4 тысячи и так далее. И время потеряем. Не рвитесь в этот бизнес. Бизнес не для вас придуман. Так. Так. И вот мы хотим разобрать с вами простейшую форму движения. И хотим ее разобрать таким образом, чтобы это не было
так сказать, постулирование, что я вам скажу, а вы поверите. А начать с простого и прийти к этому понятию. Как? То есть вывести. Начнем с простого, с бытия. А какое бытие самое простое? Чистое, про которое мы ничего не знаем, кроме того, что оно есть бытие. Или лучше сказать, про которое мы знаем, что есть бытие, что оно бытие, и все. Вот теперь, взявшись рассматривать бытие, мы должны уже своей головой думать, и не механически, а сознанием приходить к мысли о том, что мы можем о нем сказать. Что вы можете сказать о бытии, кроме того, что оно есть в чистом? Ну вот представьте себе, я корреспондент, а вы студент исторического института истории. Что вы можете сказать о бытии как чистом? Чего вы улыбаетесь? Чего, товарищ, ничего не может сказать? Чего тут учат? А вы что можете сказать? Вот, молодец, то, что оно есть. Вот он может сказать, а вы даже не можете сказать, что оно есть. Это же сказано же бытие. Вам я объяснял, что если вы не знаете ничего о том, о чем спрашивают, скажите, что оно есть, только гордость. Ну что так тихо говорите? Вот спросите меня. Что такое быть? Что мы знаем о бытии? Я знаю, что оно есть. Вот это солидно. А что вы? Это не солидно. Надо, чтобы вас уважали. Вы в институте истории Санкт-Петербургского государственного университета, который готовит президентов и премьеров. Ну, и глав администрации Иванов Сергей Борисович был с филологического факультета. Это все наши люди. Председатель Следственного комитета старосты группы был, где Путин учился. А вы тут... Так, ну и кроме, поскольку ничего уже прошли, кроме этого мы не можем сказать, да? Думаем, думаем. И дело не в том, что мы не можем сказать. Если мы, то это мы виноваты. А нечего об этом больше сказать. Правда? О чистом бытии больше нечего сказать, кроме того, что оно есть. Раз нечего, мы пришли к мысли о чем? О ничто. Так? Вот, констатирую. Теперь надо это констатировать как логический ход. Чистое бытие перешло в чистое ничто. Оно же чистое, это ничто. Вы еще о нем ничего не успели сказать. Чистое ничто. Что теперь надо делать? Взять это чистое ничто и начать разглядывать умственным взором. Вот обдумывать. Вы никогда не приходилось вам обдумывать чистое ничто? Почему бы вам не подумать о чистом ничто, незамутненном таком? Да, не вот всякие подробности, конкретности, абстрагироваться от них. Это как поспать все равно. Вот что вы можете сказать о чистом ничто? Ну вот, я учил, учил. И, в общем, вся моя наука никуда не годится. Того, что оно переходит в чистое бытие. Как это? Да это рано, чтобы надо, чтобы оно перешло. А вы там как-то так говорите, как-то неопределенно, не твердо показываю. Может быть, когда мы о чистом ничто не задумываемся, то его нет. А когда мы как это не задумываемся? Мы сейчас о нем задумались, мы его рассматриваем. Ну, как только мы начали. Вот вы лучше скажите, что вы можете сказать о чистом ничто. Как только я начал о нем думать, то оно стало... Да это досужие рассуждения. Вы скажите, что вы можете сказать о чистом ничто? Оно есть. Ну вот, наконец-то человек нашелся. Вот, я же вас учил. Вы только что сами обращали внимание. Это универсальный ключ. Ключ универсальный. Вот, товарищ, взял и сказал, да, что оно есть. Я знаю, что оно есть. Ну, есть. То есть, а что значит чистое ничто есть? Это значит ничто в нашем мышлении перешло... В нашем здесь можно не употреблять, в мышлении, потому что любой человек, который будет его обдумывать, к этому придет. Ничто переходит в бытие. А если оно переходит в мышление, а мышление наше отражает материю, ее движение, значит и в материи так все происходит. Чистое бытие перешло в чистое ничто, чистое ничто перешло в бытие. Почему? Потому что какое же оно чистое? Это уже второй этап. Снова второе явление, второе пришествие бытия. Какое же оно чистое? Это уже чистое бытие, это уже бытие, опосредованное переходом чистого бытия в ничто и ничто в него. Поэтому это просто бытие. Ну а бытие про бытие вы знаете, что оно переходит в ничто. И наше мышление должно констатировать, что вот это движение не останавливается теперь. Бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие. И нет ничто отдельно, нет бытия отдельно, а есть лишь движение исчезновения, бытия в ничто, а ничто в бытие.
Такое мы видели когда-нибудь раньше? Нет. Это новое. Вот у нас на глазах родилась новая категория. Движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытии. Как назовем? Ну, товарищ знает, он подглядел у Гегеля. Но это не запрещено. Он у меня подглядел. Ну, Гегель тоже умный человек. Могу я на него сослаться? Все-таки он раньше это дело сказал, я все-таки позже. Так, так что вот это движение исчезновения бытия в ничто, ничто в бытии называется становлением. Вот это и есть самая простая форма движения. Чтобы его понять, ну, всего-то нужно понять, что такое бытие и ничто, и все. И тогда можно сделать общее утверждение. Все есть становление. Вот вы кто такой? Отвечайте. Кто такой? Ну что, я не в той форме. Есть военная форма у нас или какая-нибудь полицейская? Подойду и скажу, кто такой? А у него самого полицейская рубашка. Студент Большого университета. Ну, студент, что это такое? Подумайте головой. Учащийся. А? Учащийся. Кто это? Учащийся. Учащийся. Это вы одно, это все одно и то же переливайте. Вы где учитесь? В каком институте? Вы как-то гордо должны себя подать, чувствовать себя человеком. А вы там, я студент, бедный такой. А? В большом университете учитесь. Не в большом, вы учитесь в институте истории. Вся история за вами есть. Институт истории. Я... И кто вы тогда? Вы историк или не историк? Историк. Что вам, стыдно сказать, что вы... Что стыдного в истории? Вы же не несете ответственности за злодеяния, которые были в истории. Скажите, я... А за прогрессивные? Можете говорить, что это к вам подходило, когда вас доходило. Так вы историк? Да, историк. Историк, а точнее, что, закончили уже? Так, вас это попросить, чтобы вы отчислили? Ну, как сделать, чтобы вы были историк, еще не отчислили? Вот, историк становления. Вам объясняют люди, знающие. Они считают меня и Гегеля. Двух человек. Историк становления, это же звучит? Да. Вот, выходите и говорите, я историк становления, а вы кто? А вы кто такой? Я тоже историк становления. Вот он говорит, а я тоже историк становления. Ну тогда, есть тут, которые не историки становления? Есть, вон там сидят. Есть и такие. Затесались. Они не, ну, не видели, никогда не видели столько историков становления сразу. Представляете? А как, звучит-то красиво же. Ну. А то вы и не женитесь никогда, если не будете формулировать правильно, кто вы есть. Все за офицеров. Все за офицеров будут выходить. А заканчивается становление истории. Становление? Сейчас мы до этого. Я на ваш вопрос сейчас буду последовательно отвечать. Заканчивается. Вы уже знаете, что все заканчивается на свете, да? Сейчас будем. Прежде чем ответить на него, давайте дальше развивать, что получится, и придем к этому результату, который вас интересует. Значит, рассматриваем становление, и сразу мы в нем замечаем. Переход бытия в ничто – это одно движение, да, в этом движении комплексном, и переход ничто в бытие. Надо назвать. У нас есть человек, который знает, как называется переход. Вот эти два противоположных движения в одном движении, как называются? Общее название для противоположных движений в одном движении. Когда у вас в душе борются противоположные движения. Пойти на лекцию, не пойти на лекцию, пойти на лекцию, не пойти на лекцию. Пришли те, у которых победил вот это вот стремление пойти на лекцию. А у тех тоже было движение пойти на лекцию, но оно потерпело поражение в борьбе с движением противоположным. И вот как называются противоположные движения в одном движении, они даже не знают. Как? Сказать? Моменты. Это противоположный момент. То есть, если вы скажете куски, элементы, части, вы же не можете из себя вырезать кусок, который постоянный. Остальное вращается, как вот если колесо на оси, да, ось постоянная, вокруг нее так вращение идет. Такого нету в организме человека. И вообще ни в чем этого нет, а всегда в целом есть и то, и другое. И одно движение, и противоположное. Вот эти противоположные движения называются моментами. Эту категорию нужно применять всегда. Вот, например, про кровь что можно сказать? Движение крови. Есть движение венозной крови и артериальной, да? И это противоположные моменты. Что-то куски крови не скажешь, сгустки тоже не скажешь.
Это вот такие моменты в движении человеческой крови. Или, скажем, идет поглощение кислорода, и есть другой момент какой? Выделение углекислого газа во всех клетках, так? Это противоположные движения, в одном движении. А как это одно движение называется? Дыхание. Дыхание в чем состоит? В том, чтобы поглощать кислород и выделять углекислый газ. А в чем состоит пищеварение? Все только сварить, а потом что-то начинать есть? Нет, это мы тут в столовой едим, потом перевариваем. А в организме там сразу идет. А с одной стороны усвоение, и с другой стороны освобождение организма клеток идет с помощью крови, которая подходит ко всем клеткам, от продуктов распада. Так? Это противоположные моменты. Это ничего тут на механическое не похоже, потому что механическое или в одну сторону едет, или в другую. А тут сразу два противоположных движения в одном движении. Моменты. Как их назвать? Вот вы знаете, переход ничто в бытие называется? Нет? Прокол. Сразу двух человек обидели. И Гегеля, и меня. Ну ладно, Гегель умер, а тут прям живого человека прямо обидели. Переход ничто в бытие называется возникновением. Возникновением. Но это ни у кого не вызовет протеста. Если я спрошу, а как вы раньше понимали, что такое возникновение? Вы скажете, а я так раньше и понимал. Правильно? Возникновение. Не было и стало. Правда? Это возникновение. А было и не стало. То есть переход бытия в ничто. Но это вот реже употребляется, потому что делают люди вид, что такого нету момента. Прехождение. Прехождение. Все приходящее. Если у вас сейчас беда, это приходящее. А если счастье, это тоже приходящее. Все приходящее. Вы сейчас студент становления, это приходящее. Скоро будет бакалавр. И то будет приходящее. Там куда-то вы на работу пойдете, и тогда у вас будет уже другое бытие. Так, возникновение и прихождение. То есть становление можно представить как единство возникновения и прихождения. И вот уже красивая такая картина. Становление как единство возникновения и прихождения. Красиво это красиво, но наши любимые простые бытия и ничто куда-то уже скрылись. Они уже под грудой следующих категорий не видны. Давайте их снова вытащим наверх. Я предлагаю вытащить так. Переход бытия в ничто назвать так. Бытие, запятая, переходящее в ничто. Никто не возражает? Могу я переформулировать так? А переход ничто в бытие, то есть возникновение, переформулировать так. Ничто, запятая, переходящее в бытие. Нормально? Тогда у меня снова становление единства бытия и ничто, но бытия, переходящего в ничто, и ничто, переходящего в бытие. То есть у меня опять становление единства бытия и ничто, но они стремятся друг в друга превратиться. То есть разность бытия и ничто в становлении исчезает. Вот уже мы попросили меня, конец, чтобы было, уже тут концом запахло, потому что бытие, переходящее в ничто, стремится превратиться в ничто, переходящее в бытие. Разность между ними, они друг в друга переходят, поэтому разность их исчезает. А становление есть благодаря их разности. Значит, и становление исчезает. Вы этого хотели? Пожалуйста. Все, конец. Ну, это вы написали конец или хотели конец. У Гегеля это не конец. А он задался, потому что Гегель знает, что раз они исчезли, это отрицание того, что было. А отрицание в диалектике понимается не как уничтожение, а отбрасывание, а именно как отрицание. А отрицание, надо разобраться, а что такое отрицание становления? И вот он задумывается на эту тему, и мы даже можем задуматься. И подумать, к чему мы придем. Становление – это беспокойное единство бытия и ничто. Правильно? Бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие – беспокойное единство. А что такое отрицание становления? Во-первых, отрицание
в диалектике, всегда берется как снятие. Не такое отрицание, которое растаптывает все предыдущее содержание и его, как говорится, уничтожает, а такое, которое вбирает в себя это предыдущее содержание и представляет собой его дальнейшее развитие. У вас родители есть? Есть? А вы их отрицание? Вы их отрицание же? Как нет? А вы тут сидите, а их тут нет. Как нет? Ну вы-то не родители. Так нет, кто из вас родители? Они родители или вы родители? Вы не родитель? Значит, вы их отрицание. Но вы их снятие, потому что вот я вот смотрю на вас и уже представляю и папу вашу, и маму. Ну, правда, в смешанном таком виде. Так по отдельности я мог бы их и не узнать, а в целом могу семью узнать. Или не могу? А вы себе не содержите качество своих родителей? Как же вас воспитывали? А может, это не ваши родители? Может, они сказали, что они родители, а они не родители? А вот я видел, когда около женской консультации мамочки везут своих детей, вот везет, это копию вылитую свою везет, но это же не мамочка, а это доченька или сыночек, так? А вы выпадаете из этого. Хорошо, вас не буду брать как пример. Я же не могу насильно вас вставлять в систему категорий. Так. Так вот, в диалектике не берется зряшнее отрицание всегда. Отрицание с удержанием предшествующего содержания. Вот, например, если я хочу его оттолкнуть, не будете возражать, побывать этим методическим каким-то инструментом? Вот смотрите, я от него отталкиваюсь. Это что значит? Что я к нему притронулся. А если я к вам пойду отталкиваться, это значит, я ближе с вами познакомлюсь. Правда? Вот с ним я уже познакомился. У нас вот просто вот ближе уже нету. Все, не разлей вода. А вы там еще раз, два, три ряда. О-о-о. Вот вы ко мне на экзамене первую приходите, мы с вами тесно познакомились еще вот на этой лекции. Они пускай посидят еще. Чувствуете? То есть, если я ко всем подойду, от каждого оттолкнусь, это я со всеми, к каждому должен буду приблизиться. Верно? Ну или более в общей форме. Гегель говорит, для того, чтобы нарушителя спокойствия выкинуть из храма, его приходится обнимать. Вы видели, вот, скажем, греко-римская борьба, или раньше это называлось борьба классического стиля. Сначала выходят борцы на ковер. И пока они не обнимутся, борьбы ведь не будет. Согласитесь, борьба начнется только после объятий. И эти объятия будут постоянны, пока один другого не положит на лопатки. Так что вот борьба – это отрицательное такое, но оно тоже предполагает соединение. Так вот, что является отрицанием, а то вот там так вот резко поставлен вопрос, конец. Конец ли это? Сейчас, вряд ли это конец, потому что конца края не видать в этом движении категорий. Но какой-то конец есть. Вот что такое отрицание беспокойного единства? Это мы разделим на две проблемы. Что является отрицанием беспокойства? Кто скажет? Спокойствие. Беспокойствие, спокойствие. Значит, вот, значит, вместо этого беспокойного единства бытия ничто, получится что-то спокойное. И получилось спокойнее. Так. А спокойное, а вот отрицанием единства что является? Единство, слово единство говорит о многом или об одном? О многом. Потому что если я буду говорить о одном, я един сам с собой. Видели таких людей? Вы скажете, ну все, товарищ. Товарищ зарапортовался. Потому что вот если мы с вами едины в своем стремлении к пониманию там, диалектических категорий, это значит, нас много, но мы едины. То есть, а отрицание единства – это что тогда? Вот это сложнее. Отрицание единства – простота. Простое. Не единство чего-то многого, а простота. То есть, конец, как вы поставили вопрос, это спокойное и простое бытие. То есть в результате снятия становления получается что-то спокойное и простое. Спокойное и простое бытие. Или другими словами, спокойное и простое бытие есть результат снятия становления. Красиво вам вывод? Нравится вам? Какой-то довольно общий. Ну, а у нас вся философия общая. Она, наука о всеобщих законах природы, общества и мышления. То есть это на все лекции и на экзамен у нас. Одна и та же установка, общая. Если оно не является общим, это не предмет философии. Идите в конкретную науку.
Только ошибки, которые делают люди, которые не знают философии, такие общие, что они потом чихать будут и кашлять, чем бы ни занимались. Потому что это самые крупные ошибки. А мелкие ошибки делают люди уже, когда берут конкретные какие-то особенности. Значит, вот это результат снятия становления – это спокойное и простое бытие. Бытие, которое ставшее спокойной простотой. Оно называется наличное бытие. Почему? С одной стороны, потому что оно бытие. Поэтому и слово «бытие» есть. Оно есть. С другой стороны, почему наличное бытие? Потому что налицо бытия становления нет. Не видно. Но оно – это результат снятия становления. Значит, в содержании этой категории сидит, заложено становление. А в становлении есть еще что, кроме бытия? Ничто. А вот ничто не налицо. Правильно? Не налицо. Вот, допустим, жена. Налицо жена. А в ней, в этом категории, муж сидит. Можно не говорить о муже. Сказано жена уже, здесь все сказано. Тем более жена может объяснить. Я уже сказал, тебе можно молчать. Все хорошо. И наоборот. Муж. Ну, ясно, что у нее есть жена. Если говорят, хотят сказать, что у человека есть жена, говорят муж вместо мужчины, да? То есть это вот налицо муж, а как и небытие – жена. Если я говорю наличное бытие, то бытие налицо, а ничто в этом бытии. И вот получается картина. То есть мы заглянули в историю вопроса, там мы родителей ваших нашли. Если мы будем вашу историю изучать, еще бабушка с дедушкой у вас были. 4 человека, между прочим. Не отказывайтесь от них. 4 человека. 2 бабушки, 2 дедушки. И вот теперь у нас такая картина. Наличное бытие, а в нем что? Отрицание. То есть ничто. Вот это ничто, которое в наличном бытии, давайте к нему присмотримся и назовем его. Как назвать то ничто, которое в наличном бытии, которое не налицо? Оно называется небытие. Видите разницу? Одно дело ничто, это свободное было такое. Ничто, бытие на равных. А теперь налицо бытие, а небытие в нем. Ну, раз есть в нем вот это нечто небытие, давайте посмотрим на это небытие. Тогда картина получается такая. Если я буду смотреть не на вас, а на пуговицу на вашей рубашке. Видите, я уже на ваше лицо и не смотрю. Это уже не важно. Мне важно, вот пуговичка хорошая. А если потянуть эту пуговичку? Так, вот это будет небытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия. Как это называется? У Гегеля это называется определенность наличного бытия. Определенность наличного бытия. Небытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия. Определенность наличного бытия. Пример. Чай с сахаром пили? Пили? Вот сахар, который в чае, это сахар, это же не чай. То есть это небытие чая. Согласны? Небытие чая, положенное в чай, дает ему определенность сладкого чая. Мало того, алим с лимоном пили чай? Не пили. И правильно, не надо пить. А вы пили. Лимон, положенный в чай, это же не чай. Все равно лимон. То есть не чай, то есть не чай. Небытие чая. Небытие чая, брошенное в чай, да размешанное, да постоявшее, дает определенный чай. Какой? Чай с лимоном. Да сладкий, красота. Туда одно не чай пихнуть, другое не чай. Некоторые даже там переусердствуют, там, и с бергамотом, и с тем, и с этим, и с пятым уже там и забудешь, что это чай. Чего только не делают. Короче говоря, а вот у вас какого цвета страницы ваши, эти тетрадочки-то? Белые. Белые? Внимательнее посмотрите, вы все испортили своими тут каракулями. У вас белая была тетрадочка, а теперь вот вы свое это вот небытие вашего белого налицо. Не видите? Это определенность вашей тетрадочки.
То есть вот эти ваши каракули придают определенность вашей тетрадке. Она тетрадка только благодаря, не благодаря тому, что белая, а благодаря тому, что это ваше белое зачернено. А если бы у вас черная была тетрадка и беленький бы мел, ну как вот на доске, вот она зеленая, белым можно писать, то тогда надо темные осветлить или светлые затемнить, и вы получите определенность. И Гегель говорит в своей работе, что «а в абсолютном свете также ничего не видно, как в абсолютной тьме». Это вот вы сейчас пишете, а был бы у вас компьютер, я сказал, вы это зачерните, пожалуйста, свои все вот эти каракули и наделит. И опять у вас тетрадка чистая, хорошая, и от лекции ничего не осталось. Мало ли что вы говорили, а у меня ничего нет. Но сейчас вы не можете это сделать, потому что у вас это закреплено ваше, это неотъемлемое. Это определенность вашей тетрадки. Это не просто тетрадка, это тетрадка, запись, лекции по курсу философии. Тут так ее так вот просто не уберешь. То есть определенность придает небытие. Вот говорят, девушка со светлыми волосами. Что смысл девушки в волосах, что ли, в светлых? И вот начинает потешаться над этими блондинками. Как будто брюнетки хуже или лучше. Ну как, кому что нравится. Так. Так что нужно теперь делать, если есть определенность? Рассмотреть то, что получилось. Получилась определенность. А если мы ее рассматриваем, то что вы про нее можете сказать, про эту определенность? Чего? Нет, все-таки я плохо преподаю. Я вам объяснял, что если вы не знаете... Что? Ну вот видите, ну слава Богу. Я знаю, что оно есть. Значит, определенность уже не как небытие выступает, а как бытие. То есть стоит мне на что-то посмотреть, вот рука – это не вы. Как только я посмотрел на руку, вы – это не рука. То есть вы уже не бытие, а рука – бытие. То есть взгляд определенный дает возможность установить, что есть бытие, а что есть небытие. Вот я возьму определенность как бытие, то есть непосредственно буду ее рассматривать, она превращается в качество. То есть определенность, взятая непосредственно, изолирована сама по себе, есть качество этого самого бытия. То есть вроде как и нехорошо, определенность должна быть отрицанием. Ну, раз я приглядываюсь к этому, приходится ее брать как не надо. И даже Гегель пишет, что качество еще не отделилось от наличного бытия. Правда, оно никогда и не будет от него отделяться. То есть, как бы вы мысленно его взяли как бытие, но вообще-то оно не бытие, а определенность. Ну, давайте качество рассмотрим. Раз качество есть, значит, оно бытие какое? А у нас уже наличное бытие, правда? Конец, как вот товарищ называл. Конец этого простого бытия. А раз наличное бытие, в нем есть становление, потому что оно результат снятия становления. Значит, вот это наличие этого становления – это масштаб, который позволяет нам сказать, что это вот одностороннее понимание качества просто как бытие, безразличного бытия. Надо взять его как бытие, противоположное небытию, противоположное ничто, и как ничто в противоположность бытию. И вот качество, взятое как бытие в противоположность ничто, называется... Ну? Что, до этого только дочитали и все? Реальностью. Я вас обогнал в чтении Гегеля. Реальностью, а качество, взятое как ничто, называется отрицанием. Реальность и отрицание. Слышали такие слова? Вот то, что вы находитесь в институте истории, это реальность, молодой человек. А то, что вы не находитесь в институте философии, это отрицание, молодой человек. Видите разницу? Одно и то же я рассказываю. Вы же не находитесь в институте философии. А вот если мы перейдем вот вместе со мной, пройдемся до Института философии, там будет то, что вы находитесь сейчас в Институте философии, будет реальность, а то, что вы не находитесь в Институте истории, будет отрицание. Изображено как отрицание. Не в Институте истории вы находитесь. Вот получилось, что уже есть реальность и отрицание. И каждый из них есть. Значит, каждый из них – наличное бытие. Уже различие между наличным бытием и этими категориями снято.
реальность наличное бытие, отрицание наличное бытие. А сами-то они не тождественны случайно. Давайте рассмотрим реальность. В реальности реальность – это бытие наличное, а в наличном есть отрицание. Значит, в наличном бытии есть отрицание, в реальности есть отрицание. А отрицание, давайте рассмотрим, оно есть. Значит, в отрицании есть бытие. Если одно есть в другом, значит, они тождественны. Или другими словами, снято различие реальности и отрицания и определенности тем самым и наличного бытия. Это вот второй конец. Вам два уже конца я приготовил. Второй конец. Два конца, второй конец. Сняты различия наличного бытия и определенности. И вот такое наличное бытие, в котором снято различие определенности и наличного бытия, называется определенным наличным бытием. Три слова. Определенное наличное бытие. Но Гегель предвидел, что наступят времена, когда людям три слова будет очень затруднительно выучить. И они будут требовать короче. И тогда он придумал два слова для обозначения того же самого. Налично-сущее. Налично-сущее отвечает сразу на два вопроса. Какое? Сущее. Налично-сущее. И что? Налично-сущее. Видите, какая экономия? Потом он подумал, что наступят же времена, когда и два слова будет тяжело запоминать. Сразу, сейчас только рот раскроешь, молодежь говорит, короче. Только я хотел что-то сказать, говорит, короче. А короче вот нечто. Определенное наличное бытие, наличное сущее или нечто. Вот берем краткий вариант. Пойдем навстречу. Тем более, что Гегель это предусматривает. Как человек гениальный, он знал, что, скажут, такое длинное читать, три слова, уснешь на втором. Вот это нечто. И вот теперь уже мы подошли к такому пункту, что мы можем изучать это нечто и тогда узнать, что такое изменение. Вот. Так что мы эту тему с остановлением закончили. Меня просили один конец. Вот я его два конца, его без ужаса. Потому что дальше продолжение есть. Ужасного конца нету. Вы спокойно пойдете домой. Если есть вопросы, я готов ответить на вопросы. То есть сейчас вы сделали вид, что у вас вопросов нет и не было. А вот закон отрицания и отрицания из диалектики Гегеля, это получается относится к реальности? Смотрите, да, закон отрицания и отрицания, он получается к реальности. То есть все движение на этом построено. Вот скажем, если вы возьмете все три книги, они как построены науки логики? Бытие, потом снятое бытие, то есть сущность. Я вот решил вот не просто на вас посмотреть, а узнать ваш внутренний мир. Но не остановиться на том, что я узнал, а снова вернуться к вам, но уже так, чтобы через, так сказать, вот это ваше бытие просвечивало бы ваша сущность. Это второе отрицание. Возвращение к бытию, через которое просвечивает сущность. А первый том как построен? Бытие. Учение о бытии. Качество, количество, мера. А мера – это возвращение снова к качеству, но посредственное количеством. И так построена вся наука логики и все мелкие подразделения. Вы возьмите просто оглавление и посмотрите, какое деление. Все время деление такое – качество, бытие, отрицание и отрицание этого отрицания. И это закон, этот закон и развитие. Вот сейчас у нас что, весна? А что, не было еще весны раньше? Было ее отрицание в виде... Что такое отрицание зимы? Это лето, да? А что такое весна? Это становление лета и зимы. Правильно? А что такое осень? Это становление зимы и лета. А противоположность – лето и зима. И каждый раз приходим, мы опять весна, опять весна. И это все время повторяется. Так и в развитии человека, в развитии общества повторяется. Можно, вот, можно так сказать, что человечество проходит 5 общественно-экономических формаций, 5 ступеней своего развития. Первобытный коммунизм, потом идет рабовладение, феодализм, капитализм, потом снова коммунизм. А можно сказать так.
коммунизм, то есть общество, основанное на общественной собственности, потом три общества, основанных на частной собственности, то есть одна большая формация, трехчленная, трехступенчатая, и возвращение с усложнением, со снятием всего того богатства, с удержанием того богатства, которое достигнуто за всю историю развития человечества. И возвращение к коммунизму, но как отрицанию отрицания. А коммунизм как отрицание отрицания спрашивает, а потом что будет? А вот уже все, уже это бесконечное отрицание. Коммунизм все время содержит в себе свое отрицание и отрицает свое отрицание. В этом смысле это не первое и непосредственное, а это бесконечное, коммунизм как бесконечное отрицание. Или вот, скажем, Маркс и Энгельс говорили, что все наше учение может быть выражено одной фразой. Уничтожение частной собственности. Это не так надо понимать, что надо громить частную собственность. А надо понимать это в смысле того, что она должна превратиться в ничто. А что значит в ничто? А никак вы не превратите частную собственность в ничто, иначе как созданием общественной собственности. Если у вас общественная собственность, то частное – ничто. А если вы общественную не создали, а я просто взял у нее телефон отнял, это просто его была частная собственность, она теперь ничто, а моя стала. Потом вы у меня отняли, у вас вот рост больше схватили, а потом он подошел на всякий случай, и он, чтобы я не трепыхался. И все так спокойно, и моя частная собственность перешла к вам. А если речь идет об уничтожении частной собственности как таковой, надо делать общественную собственность. Вам, если телефон не нужен будет, вы его отдадите, и другие будут звонить. А если нужен, звоните. Ну как вот мы, я учился при коммунизме, скажем, выдали мне в школе лыжи, я их сломал, выдали другие, я и другие сломал, ну выдали третьи. Я ни копейки за это не платил. Ну я не специально же ломал, я в турпоход ходил, где нужно было быть, ну, не населенка, 100 километров, чтобы не было людей. Тогда дают значок «Турист СССР». Я был легкий, так раз-раз по насту, раз первый, а потом хлоп-хлоп у меня лыжи. Обломались, но у нас манюня была, которую тащили с собой, лыжи, которые на веревочке везли. И вот мне привинтили этими шурупами это обломки, и я вот потом ковылял последний. То я как впереди бегал, ну, так и ковылял потом все оставшееся время. Ну, а скажем, если вы давали спортивную форму, только вы принесите свою грязную рваную спортивную форму, тогда вам дадут новую. А если вы не принесете, может, вы торгуете уже этой формой. Взяли в школе и торгуете. Знаем мы вас. Давайте сюда вашу форму, получите новую. Тогда ее выкинут, старую. А так сами не выкидывайте и так далее. Не было проблем. А сейчас вам говорят, вы придете с экипировкой. И даже вот в этом Гарри Поттер волшебников собирают, это в Хорвардс. Оказывается, им надо все самим закупать. Но до чего это бедное стало волшебное царство, что даже не могут бесплатно дать эту шапку, да, какой-то балахон и книжки там подобрать. Вот мы вот здесь присутствует мой товарищ, которым мы вместе окончали матмех. Вот мы пришли на матмех нашего университета, ни одной книжки не покупали за все, ни одной. Все книжки нам выдавали на весь, вот как, выдадут на год. Вот эти книжки в конце года сдадите, когда закончится курс, сдадите, получите на следующий курс, и все. Зачем это хождение? Ходят, покупают, движение, бизнес. Это ерунда какая-то. А книжки эти, ну я прочитал, потом они у меня валяются. Они не валяются, а следующий курс. Что думаете это? Геометрия Евклида поменялась, что ли, от того, что она в этом году преподается? Как грекам преподавали, так и нам преподавали. Или теория вероятности. Гниденко преподавал, и так и есть. Или книга академика Линника, ее, значит, если он написал, так и в следующем поколении, и следующее поколение может изучать. Поэтому многие проблемы они тем самым считают. Но это называется уничтожение частной собственности с одной фразой. А если не одной, так надо это брать не в негативном выражении, уничтожение, а в позитивном, создание общественной собственности. Только создание общественной собственности дает уничтожение. И вот тоже получается вот это отрицание отрицания. Ну, так можно все назвать законом, так, все это закон. Так что можно этим не увлекаться, вот, скажем, упирать на это. Потому что есть специальная категория закона у Гегеля, которая называется «спокойное объявление». Вот все это так колышется, всяк колышется, что-то спокойное есть вот, в движении – это его закон. Еще вопросы? Экономически можно по поводу курса рубля? Недавно Министерство экономического развития в лице нового министра Орешкина выступило с заявлением о прогнозах темпов роста нашей экономики до
конца 2017 года, да. И прозвучала такая перспектива, как бы идея, что рубль к концу 2017 года упадет как бы опять по отношению к доллару, доллар будет в четвертом квартале стоить 68 рублей. Расскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, возможно ли дальнейшая девальвация рубля по сценарию конца 2014-го, начала 2015 года? На мой взгляд, я бы прогнал бы этого Орешкина, потому что министром назначают не для того, чтобы он делал прогнозы. Это ведь не погода. Для чего? Чтобы он управлял экономическими процессами. А чтобы управлять экономическими процессами, надо знать, от чего зависит курс рубля. Любой день. От чего? От того, как у вас растет производительность труда. Если у вас производительность труда растет быстро, то вы что делаете? Вы понижаете тогда курс своей валюты, так? И все ваши товары становятся дешевле. Внутри нет, внутри все равно. Вам выдадут зарплату или стипендию в других деньгах, и вы и цены там, соответственно, то есть, могут понижены быть. А вот на международном рынке, раз у вас понижен курс рубля, все дешевле. И, скажем, наши сейчас представители сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения говорят, ой, нам бы лучше пониже, нам не надо укрепление рубля. То есть сам рубль по себе, он, так сказать, не является ни целью, ни самоцелью. Это некое средство. Но вот поэтому Китай специально, он повышает производительность труда, понижает курс юаня, и тогда, что получается, все китайские товары становятся дешевле американских и завоевывает американский, и завоевал американский рынок. И он уже имеет валовой продукт 17% мирового, а США имеет 15% мирового. То есть занижение, понижение курса рубля, не занижение, а понижение с ростом, это инструмент завоевания международного рынка. И наоборот, если у вас не растет ничего, то остается прогнозы только делать. Товарищ Орешкин, которому поручили подумать, что нужно сделать, какие сделать меры для повышения темпов экономического роста, и прежде всего, прямо Путин выступает и говорит, надо повысить производительность труда. Ничего о производительности труда. Нет такого у них слова. Нету. Они даже не знают, что для повышения темпов роста надо взять часть прибыли отправить на накопление, то есть новые средства производства и зарплату для новых работников. Сразу будет увеличение объемов. И нужно еще амортизацией заниматься, то есть десятую часть средств производства обновлять, это каждый год нужно десятую часть превращать в новые станки, а не в старье. Старье будете заменять на новое. У нас 140 триллионов оценка основных производственных фондов. Значит, каждый год 14 триллионов должно уходить только на обновление техники. А откуда его берут? А амортизацию должны откладывать, не в прибыль-то не отправлять. Все хозяйственники, все работодатели, абсолютно. Поэтому это не деньги, которые должно выделять государство, это деньги, которые... Оно переправляет эти работодатели в прибыль, а прибыль переправляет в офшоры. А потом Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич пытаются вернуть их обратно. Не вернете вы, рыба уплыла, за хвост будете ее хватать, она уплывает. Поэтому вот о чем надо думать. Надо думать о повышении производительности труда и темпов экономического роста. И использовать курс для завоевания, пониженный курс для завоевания этого рынка. А когда сидит министр и говорит, у меня прогноз, а потом говорит, наш прогноз не оправдался. И все планирование, они свели к прогнозированию. А у нас 70% экономики государственная. 70% продукции производится государственным сектором. То мы единственная монополия в мире, у которой нет плана. А если нет плана, нет и темпов роста. Вот, это, вот если мы единый с вами какой-то коллектив, вы не запланировали пойти туда, это одно дело. А мы сейчас разобредемся каждый по своим местам, и все, и ничего нет общего. Так и вся страна. Вся страна двигается кто куда. Вот так уж что и дело. Не с чего. Куда они колебать? Они были колебания большие, потому что наш Центробанк занимался спекуляцией. То есть он давал деньги коммерческим банкам, а они, поскольку никто не берет кредиты под такой процент, они покупали валюту. А раз покупает валюта, она дорожает. Раз дорожает, надо еще купить. Тогда она вздорожает, и тогда можно будет продать. И еще купить. И, значит, вот погоня была за этим делом. То есть виноват Центробанк в том, что он, у нас же был Центробанк, всегда регулировал уровень курса рубля. Если, скажем, больше спрос повышается, притормозить. Как притормозить?
Очень просто. Вбросить еще сюда денег, он упадет. А если он понижается, ну наоборот, начать скупать. Тогда спрос повысится. То есть можно регулировать. Они отказались от этого, и началась эта спекуляция бешеная. А теперь они прогнозы там изображают. У нас для прогнозов есть, ну вот, метеорологи. Какие в экономике могут быть прогнозы? В период государственного монополистического капитализма, когда все планируют. Кроме нас, у нас есть закон о стратегическом планировании, а против стратегического планирования нет. Но закон есть? Есть. Все хорошо. И прогнозы есть. И прогнозы выдаются за планы прямо. Мне отвечало, вот и Борис Николаевич, отвечало Министерству экономического развития, что у нас есть целая система планирования, и перечисляют прогнозы. Я думаю, что на завтра будет тепло, а завтра вдруг раз и холодно. Кого это интересует, что вы думаете? Вы запланируете, чтобы было тепло в экономике, потому что средства производства нужно планировать, их производство, накопление нужно планировать, амортизацию нужно планировать, нужно, между прочим, заказы давать. За рамками этих 70% нужно давать заказ. Я вам даю государственный заказ, вы возьмете. А если я не даю, вы не возьмете. А как я могу вам дать заказ, если не знаю, что будет? Я и не даю. А раз не даю, значит, остается здесь по карману только складывать то, что попадает. Вот и получается у нас. И ловим взяточников. Еще вопросы есть? Да. Да. А почему американцы не пытались бы применить вот протекционистские меры против кого? Ну, против китайских товаров. Вы будете их применять, когда они дешевле? Их много, и они дешевле. Они же все время проводили идеологию свободного рынка. Сделали ВТО, звали нас, позвали. Мы вошли. Как только мы вошли в ВТО, они говорят, все, санкции. Так они же все время исповедовали, публично пропагандировали свободу торговли. Хотя нигде никогда настоящей свободы не было. Но они пропагандировали. Они же не могут пропагандировать свободу торговли и тут же ввести пошлины заградительные. Поэтому они их не вводили. Сейчас Трамп скажет, нет, надо немножко вводить, и будет вводить. ВТО-то рассыпалось. Вы слышали что-нибудь сейчас про ВТО? Молчание, все, забыли. Какое ВТО, когда грубое нарушение всех основ организации Всемирной торговой организации? Грубейшее. Никакой свободной торговли. Говорит, мы вам не будем продавать, вы это не будем продавать. Здесь мы пошлину установим и так далее. А это не взаимовыгодные переориентированные рынки? Ну, то есть Россия с Востоком, Запад... Почему Россия только с Востоком? Это нам выгодно. Почему нам выгодно? Потому что сейчас какой мир? Двуполярный. Какие полюса? Это социалистические страны, которые составляют 1,5 миллиарда населения, и крупнейшая страна Китай по экономическому развитию, и, так сказать, старого, так сказать, капитализма. Значит, раз он двуполярный, вот теперь представьте, что вы Индия или Пакистан, или вы Бразилия, или вы Южная Африка, или вы попадете в положение Ливии и Ирака, и вас съедят, или вы начнете присоединяться к Китаю. И тут к Китаю присоединяются. Что такое БРИКС? Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. А что такое организация, Шанхайская организация сотрудничества? Шанхайская же, все понятно. Это кто такой? Это значит, если вы будете прислоняться к социалистическим странам, вас не съедят. Китай не будет съедать. И Соединенные Штаты Америки не сидят эту группировку. Почему? Потому что паритет ракетно-ядерный у России и США есть, а Китай не в счет. А Китай увеличивает свой ракетно-ядерный потенциал. Поэтому если присоединиться к Китаю, да с Россией, то там и Индия под зонтиком, и Бразилия под зонтиком, и Южная Африка под зонтиком. И вот эти крупные. Индия, которая 1,3 миллиарда тоже. Так уже получается, по крайней мере, 2,6 миллиарда из 7, все уже вокруг образовали определенные сообщества стран с противоположными социально-экономическими системами, но защищенными от американского фашизма на экспорт. Ну, взять вот раз, и мне не понравилось ваше лицо, сейчас прилетят томагавки прямо вам в лицо. Что же такое вообще? То есть они ведут себя... Вот так, как пришли, когда белые завоеватели в Америку, убивали нещадно этих всех индейцев, и всех поубивали. Остались там, так сказать, буквально единицы. И они так хотят себе вести на мировой рейтинг. У них внутри демократия.
А у вас есть президент? Убьем. У вас есть президент? Разорвем. Еще у кого есть президент? Нет, тогда эти капиталистические страны, такие как Индия, сказали, нет. И так дальше. Тихо-тихо. Лучше мы рядом с Китаем постоим. Хотя у них тоже ведь с Китаем не такая уж великая дружба, да? Ну какая уж с Пакистаном, какая там может быть дружба с Пакистаном? Ну спасаются люди, спасаются, потому что иначе не спастись. Что может спасти от вот этого вот экспансионистского настроения? Придет сумасшедший какой-нибудь президент и еще что-нибудь придумать. Так что другого выхода. И Россия, вот особенно красивая картина, когда Дмитрий Анатольевич приезжает и встречается. Дмитрий Анатольевич не очень любит коммунистов, я думаю. Он встречается с генеральным секретарем Компартии Вьетнама. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Чего это вдруг его привело сюда? Вот это и привело. Там все санкции, а здесь нет, санкций нет. Здесь у него купят и продукты, и возьмут, значит, и на экспорт из Вьетнама поступят хорошие тоже продукты доброкачественные. То же самое касается это и встреч товарища Путина с генеральным секретарем китайской компартии. Путин, правда, сказал, что у него дома партбилет где-то есть. Но он давно взносы не платил, по крайней мере. То есть он уже, так сказать, как бы как действующий не проходит. Но он встречается. А с кем встречаться? Или а с этим встречаться, который в ультиматумы приехал сейчас нам делать? Какие ультиматумы приехал? И с ним встречаться? Путин говорит, я не буду с ним встречаться. Не знаю, может встретиться. Я думаю, что и не надо с ним встречаться. Вот Лавров встретился, ему делать нечего. Приходится, раз у него должность такая, со всеми встречаться, в том числе с дурными. Пусть повстречается, разъяснит. Там еще Мария Захарова может добавить несколько слов в пояснение. Вот такая картина. Надо вот понимать, что это вот неправильное представление, что мы живем в капиталистическом мире. Мы не живем. Это мы вот живем в капиталистической стране, да. Но вот капиталистические страны уже живут в таком мире, где есть и такие страны, и такие. И такой лагерь, и такой. Кубу-то нельзя съесть. Почему ее нельзя съесть? Не дадут Кубу съесть. И не дали. Советский Союз же не дал съесть. А Корею кто не дал съесть? Китай и Советский Союз. А Китай, Народная Республика, как появилась, не без помощи Советского Союза. Это все, так сказать, это все можно отметить в годовщину празднования революции. Единственной страной, в которой без нашей помощи была революция, это была осень, в 1975 году. Но мы помогали всем тем странам, которые им помогали. То есть опосредственным путем. Все, так сказать, идет. Это ростки той самой революции. Говорят, вот потерпело поражение. Во-первых, некоторые пишут, что не поражение, а вот как Зиновьев, философ такой был. Гибель коммунизма. Он очень славил коммунизм, но сначала был антисоветчиком. А потом славил. Славил, но гибель коммунизма написал. Дескать, дескать, хорошее было, дескать, такое общество, оно погибло. На самом деле, это поражение. Но это поражение охватило часть государств. И это вполне укладывается в теорию Ленина о мировой революции. Мировая революция – это эра серьезных тяжелых потрясений, острейшей классовой борьбы, революции и контрреволюции, цепь революции, которая нарастает. И вот нарастает эта цепь. И сейчас, поскольку темпы роста у Китая 6,5, а у двадцатки меньше 2, что происходит без всякой революции? Соотношение сил меняется в пользу вот этой части. И вот эти молодые страны, которые подходят к Китаю для защиты, и России сюда же, потому что это Россия там ничего ведь не светит на Западе, как вы понимаете, абсолютно. Скажем, и все попытки Ельцина там везде поставить советников западных в каждое министерство, сделать Центробанк, который подчинялся бы Центральной резервной системе США, а не нашему правительству, все равно показали, что все будет делаться против России. И делается еще против России. Поэтому другого выхода у стран, крупных капиталистических стран, которые не хотят быть объектом империалистического, империалистической экспансии и уничтожения, и это приближаться вот сюда. А почему, по-вашему, Китай поддерживает эскалацию конфликта возле Северной Кореи со стороны США? Чего-чего? США сейчас проводит эскалацию конфликта с Северной Кореей. Как это проводит? Ну, они подогнали вроде бы как бы крейсер уже к берегам Северной Кореи, а Китай подвел 150 тысяч солдат. Ну? К границе в Северной Корее. А что вы должны думать? Если, как вы думаете, Китай будет помогать Корее? Ну, когда была Корейская война, кто в ней участвовал? Три страны. С одной стороны, с корейской. Это Китайская Народная Республика, Советский Союз и Корейская.
Народно-демократической республики. Они, кстати, вояки очень хорошие. Там 25 миллионов человек, они очень хорошо отмобилизованы. Вот, и так просто с ними это не получится. Ничего. А Китай поддерживал и будет поддерживать. Он их журит там иногда за испытания. Я скажу, ну опять вы там испытываете. А что он еще может сказать? Ну так вот. Наши тоже журят, но не сильно. Потому что другого способа защититься от Соединенных Штатов Америки нет. Как только у вас не будет ядерного оружия, завтра вас не будет. Сомнения есть? Вас объявили изгоем. А вы вот с оружием. Уберите оружие, и сейчас мы с вами поздороваемся. Но уже после того, как мы поздороваемся, вас не будет. А он взял и держит все это оружие. Что делать? И Китай то же самое. Китай сразу сделал, это же дипломатия очень определенная. Китай взял и пододвинул свои войска. А КНДР привело их в боевую готовность свои. Они почти всю Южную Корею накрывают, и американские базы в Японии могут быть уничтожены со стороны Северной Кореи. Они туда могут направить свои. А почему вот после недавнего испытания баллистической ракеты Россия вот поддержала антикорейские санкции? Ну в чем она собиралась, что поддержала? Ну что она сделала плохое для Кореи? Скажите, что? Ну что плохое? Ну это вот, это же дипломатия. Показать вам дипломатию. О, смотрите у меня. Давай, 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 давай. Ну, если сейчас Америка, она будет заниматься Кореей, значит, Сирии нам меньше будет мешать. Лучше мы Корее поможем. Это же тоже понятно совершенно. Она сама себя загоняет в угол. Чем, нечего метаться. Америка проиграла во Вьетнаме, этим все сказано. Все, ее эра закончилась. Проиграла Вьетнаму. Что такое Вьетнам по сравнению с США? Сейчас уже это кое-что. Сейчас, значит, это была французская колония, потом на место французов пришли американцы, и они, начиналась война с того, что юг был американский и южно-вьетнамский, а север был социалистический. Кончилась война чем? Вьетнам стал социалистическим. Разгромила, вьетнамская армия разгромила Соединенные Штаты Америки. Где Америка выиграла сама? Объясните мне, где? В Мексике только она -то прирезала себе Мексику. А в Ираке выиграла, да. В Ираке выиграла. Вот там. Она вообще в Ливии выиграла. И то она всех собирала в кучу, чтобы ответственность за это вот самое преступление несли все кучей. И в Югославии она выиграла. Это выигрыш. То есть она выиграла у тех, которые не сопротивлялись. А у тех, которые сопротивлялись, это вот кубинские добровольцы на Гренаде. Там было несколько человек, там несколько десятков, она их победила. Налетели туда в большом, с многократным перевесом и выиграли. А больше нигде. Поэтому что говорить об Америке? Они как только первые солдаты начнут умирать, сразу застонут там. И будет антивоенное движение на всю страну. У нас вот в аспирантуре я был, у нас был Миша Ширяев, аспирант там вместе со мной. Он в системе ПВО работал во Вьетнаме. И были они в Канаде. И там встречались с ветеранами Вьетнамской войны. Вот объявили, а это вот ветеран Вьетнамской войны нашего. Те как сразу притихли, до этого они гордо так выходили, ветеран, ветеран. А это если вышел наш ветеран, это понятно, сколько они укокошили, так сказать, американских самолетов, потому что те тучами летали, а сколько одна ракета наша попадет, так 5 самолетов падает. Не надо тучами летать. Проиграли они. Уже все, они нигде ничего не говорят. Это вот на маленькую страну наступить, как всякие подлые люди. С детьми, с женщинами, с музыкантами не надо. Раньше вот бандиты, как в советское время были, они музыкантов не трогали. Если человек со скрипкой идет, не надо его воровать у него, ничего. А вот это без скрипки, с ним вот можно уже разбираться. Но в Ираке они же все-таки победили этого? Чего победили? Там не воевал никто. Вы что, не помните? Куда-то растворилась, дали деньги, и вся армия растворилась, мелкобуржуазная иракская. Не стало ее. Сколько вам денег надо, чтобы вы меня не спрашивали? Ну, хорошо, ну, вот сейчас я дам вам деньги, и все. Ну хорошо. Есть, мол, никак не. Первая война вот
с Ираком, вот из Кувейта. Ну так это Ирак воевал. С Кувейтом, а его чувак. Но иракцы вначале захватили Ну это мелкая, а но это мелкая, это мелкая, мелкая война, а это крупная война. Это вот сейчас Соединенные Штаты Америки уничтожили самостоятельное государство Ирак. Это было какое государство? Светское. Повесили законно избранного президента. Это фашизм называется, а не просто война. Потому что фашизм – это открытая террористическая диктатура, террористическая, террор. А терра – это ужас, наведение ужаса. Повесить президента для чего? Чтобы в ужасе было все население Ирака. Вот как они хотят взаимодействовать с Ираком теперь. И оттуда пошел ИГИЛ, потому что государство стало мусульманское, а в мусульманстве разные течения, и пошло. Вот оттуда началось движение ИГИЛ. А дальше они уничтожили Ливию точно так же. Там законный президент, избранный. Бесплатное обучение, бесплатное образование. Молодым семьям на 160 квадратных метров дают денег, чтобы они могли обзавестись жилплощадью. Туда налетели, разбомбили, уничтожили. Нету государства. Там ИГИЛ, там хозяйничает. Кто это сделал? Откуда беженцы в Европе? И кто пригнал? Американцы? Что сами вот вы побежите из дома ни с того ни с сего, отберут у вас дом, сожгут, убьют президента, правительство уничтожат, порядок всякий уничтожат. И вам спасаться надо в другой стране. А почему же такое случилось? Это в Европе очень плохое отношение к беженцам. Как? Что значит очень плохое? Очень даже хорошее. Он Меркель как любит беженцев. Потому что они должны работать и вытаскивать все, плохую черную работу делать. Для этого беженцы нужны. А Европа принимает. Почему плохо? Очень хорошее зовет. Вот там разбомбить, чтобы туда пришли, дешевая рабочая сила была. Ну хорошо, но по российскому телевидению о них вот о беженцах принято говорить. Но вы-то как-то берете это берете одностороннее. Беженцы нужны в Европе, чтобы работать. Что, Европа их просто кормить будет, что ли? Работать будут они. Прибавочную стоимость будут давать Европе. Европа будет богатеть от беженцев. Или нет? Вот я европейский капиталист, а вы беженец. Идите ко мне. Вы тоже беженцы? Тоже идите ко мне. Кто еще тут беженцы? Все, жилье не обещаю, работа будет. И зарплата будет. Такая, чтобы у меня была прибавочная стоимость. Вот, а у вас зарплата вот. Вы что, не знаете, где живем? Мы в Европу пришли, где капитализм, где знают, как облапошить. Идите к нам, приходите. А то вы плохо будете себя вести, застрелим. Нет проблем. У нас армия есть. А разве не в каждой стране это индивидуально? Вот, например, регулярно в новостях показывают, как в скандинавских странах, больше всего в Швеции, да, беженцы не занимаются вопросами трудоустройства, а просто живут на очень высокой социальной пособии. Да, но как они туда доберутся, до этой Скандинавии? Наверное, знаете, что добирается очень мало. Их возвращают уже на границе с Норвегией. С нашей стороны пытаются. И там не пробраться. Там через море переплывут, еще через второе, через Средиземное. То есть те, кто доберутся, тем будет хорошо. Или, как говорят, хорошо там, где нас нет. Много ли там будет? Там мало беженцев. Поэтому мало беженцев. Ну, в Англии там, скажем, люди есть, которых тоже какое-то время содержат. Ну, каких-то содержат. А у нас безработных не содержат. Вот если я содержу безработных, для чего? А для того, чтобы вот он будет у меня кочевряжиться, что маленькая зарплата. Скажем, за вами он 10 человек. Сразу заменят. Если еще будете выступать, вас увольняю. Обязательно нужно много беженцев. Это хорошо. Ну, я... Ну, просто почему-то у нас это было, то есть по нашему российскому телевидению, вот, о беженцах в основном все плохое говорят. Как? Такое, какое телевидение? Какое у нас телевидение? О, класс. Какая цель нашего телевидения? Деньги получить? Рекламу не видите? Там все время реклама. Это что такое? Главные деньги получать за рекламу. Вот будут говорить плохое, а денежки все складывать прямо все время. А как вы думаете, почему хорошие фильмы показывают советские по нашему телевидению? Почему? Потому что в такие советские фильмы можно воткнуть много рекламы. А в нынешние плохие фильмы много не воткнешь рекламы. Поэтому советские фильмы будут показывать все время, не расстраивайтесь. Хорошие. Но с рекламой. Без рекламы не будут.
Ну, советское, ну, это телевидение сейчас пропитано уже деньгами. Ну, знаете, там все время вон инопланетяне, тараканы, всякие пауки, сейчас вот, ну, разве сравнить, вот лекции там по философии, даже смешно, я, чего сюда еще приходит кто-то? Идите, смотрите телевизор, там какие идут. Еще есть вопрос? Да, вот, я попрошу беженца сейчас. В Ливии, вот, при Каддафи безработица была? Нет. Зачем им безработица? У Каддафи был один дефект. Он не создал самостоятельной экономики. У него, значит, были крупные капиталистические вот эти компании, которые качали там нефть, газ и отчисляли немалые деньги на все эти дела. Поэтому ему, и вот, собственно, эти проблемы не было. Ни с безработицей, ни с чем. Но никакого общественной собственности там не было, потому что частное, империалистическое производство. Поэтому, если вот эти империалисты решили, что пора уже, хватит отчислять, то дальше прилетели самолеты и быстро все навели порядок. Вот там что произошло. Никто это, и Каддафи их не интересовал. Особенно Каддафи деньги, когда давал на выборную кампанию там французам, они брали. А потом они решили, что это им больше не нужно. Ну что, на этом мы... Да, еще есть вопрос, давайте. В чем, возвращаясь к философии экономики, в чем принципиальная разница между механической организацией и механической организацией? В чем принципиальная разница? Вот если у нас сейчас у нас эпоха государственной монополии в КАП-странах, соцстраны понятно, там плановая экономика. Есть плановая экономика, там какой-то, не механический, надо составить план лучших людей, лучших ученых посадить, чтобы они перспективы развития китайской экономики нарисовали, и что для этого нужно сделать? И дать систему заданий. План – это система заданий участников производства. Взаимосвязь экономических процессов выражается во взаимосвязи заданий. И чтобы в итоге получили те результаты, которые вы запланировали. А что механически получается? А механически, ну вот что так сказать, вот цены вырастут, спрос упадет. Спрос вырастет, цены возрастут. Это чисто механическое движение. В результате этого механического движения у нас никакого прогресса в экономике нету. А сейчас какая стадия развития капитализма? И в России государственно-монополистический капитализм. Если у нас государственная монополия есть 70-процентная, значит, в ней должен быть план. А в ней играют в отдельные, как будто бы, независимые компании. Вот представьте себе, у нас государственный сектор, и вот каждый человек сидящий – это одна компания, принадлежащая государству. Они одному и тому же принадлежат субъекту. А действуют совершенно независимо. ОРЖД это своим чередом, Роснефть своим чередом, двигатели строительные своим чередом. Ничто их не собирает. Есть так называемые комплексные программы. В чем их комплексность? В некомплексности. Они в единый план не соединены. И поэтому с них очень удобно вытаскивать деньги, пилить, так сказать, эти программы. Потому что все равно никто не увидит. Вот когда у вас единый план, если вы там получили недостачу, то вы здесь ее, она укнется, вы ее заметите. Поэтому механическое, так сказать, регулирование экономики было в эпоху свободного рынка. Эта эпоха закончилась когда? Давно. Это эпоха Адама Смита. Еще Пушкин про это писал. Адама Смита, Апулея, он читал Адама Смита, а Апулея не читал. Ну сколько можно это старье таскать и выдавать за какое-то развитие экономики? Есть, если вы хотите почитать на эту тему книгу, вот эпохальную и короткую. Это книга Джона Мейдера Кейнса «Общая теория занятости, проценты и денег», где он сказал, что капитализм бескризисного развития не обеспечивает, значит, надо ввести государственное регулирование, в том числе ставку процента, налогообложение и инфляцию. Хватит бороться со своими на предприятиях, пускай зарплата повышает, а мы все равно заберем государственным путем с помощью инфляции. Вот как этот Орешкин говорит, мы 4% уложим, и так и будет все время. По 4% будем у вас изымать. У всех, и студентов, и пенсионеров, и работающих по 4% изымать. Тогда, когда вообще с ростом производительности труда затраты падают, и цены надо понижать. То есть, если что противостоит механическому регулированию? Механическому регулированию противостоит сознательное управление. Каждый современный монополист, хоть американский, хоть японский, он сознательно управляет своим хозяйством. Единственная монополия, которая не управляется сознательно, это российская. Это нетерпимое положение. Это выражается в том, что вообще не растет экономика. Гниение идет.
Вопрос есть? Неправильно. 35 лет, да? Неправильно. Молодой в таких делах по-другому решается. Если он сидел в том блоке, там одно старье сидит. В блоке в Министерстве финансов. Оно душило экономику. Он пришел из тех молодых, которые умеют уже в молодом возрасте душить вообще экономику. Он и душит ее по-прежнему. Улюкаев душил, теперь Орешкин душит. Да у него там никакой власти нету. Это вообще ненужное министерство. Это министерство вообще не нужно. Оно никакой экономической роли не играет. Оно делает прогнозы. Реальное экономическое министерство – Министерство промышленности и торговли. Там есть молодой и очень крепкий, и достаточно умный хозяйственник Денис Мантуров. Почитайте его интервью. Он занимается организацией производства. А это сделано для ублажения либералов. Там ничего нету. Оно ни на что не влияет. Она только мешает все время. Поэтому Максим Орешкин молодой, он старый. Вот вся эта компания, Орешкин и Центробанк, они только мешают развитию нашей экономики. Ничего они не дают. Мешают. Молодые будут больше мешать. То есть, энергично будут мешать. Нельзя назвать представителем либеральной школы. Да? Кого? Орешкина. Можно и нужно назвать представителем либеральной школы. А кто? Сейчас сидят они. Вот все они. Сейчас как раз проходит конференция в высшей... Школа экономики. А это центр иностранного влияния в России. Вот, например, его научный руководитель Ясин. Мне он тоже очень ясен, потому что когда я был аспирантом, и он был аспирантом. И вот я читаю однажды в библиотеке его статью. А перед этим мне профессор Смирнов дал книгу Блюмена «Математика в экономике». Вот такую. Субъективная школа политэкономии и, в частности, математика в экономике. Математическая школа. И я открываю Ясину, и там много страниц просто содрано оттуда, а книжка была 30-х годов, мне желтую дали. То есть он научный вор, плагиаторщик, который, как говорится, заслуживает изгнания из научной среды. Вот он у нас является научным руководителем Высшей школы экономики. Что дала Высшая школа экономики нашей экономике? Когда у нас составлялась программа, концепция социально-экономического развития, тогда... Тогдашний премьер-министр пришел поговорить с ними, что можно делать. Они опять завели песню. Надо передвинуть возраст выхода на пенсию, увеличить. Больше никакой мысли у них нету. Ничего не, у них они бесплодные совершенно, ничего не дают. Ну как никому ничего не дают? Ну, ничего России не дают, а так вообще они много берут. Ну давайте будем завершать тогда. Спасибо за внимание и за вопросы. Продолжение следует...